музыку хип-хоп, хип-хоп, под музыку хип-хоп, мы с тобой вдвоем. Здравствуй! Это шестой выпуск «Прогулка подкаста». Сегодня будет довольно необычный выпуск. Вместо громыхающего хип-хопа мы будем гулять под интеллигентную электронику с хрупким голосом Байбы Юркевич, слушая ее дебютный альбом «Sound of Myself». I want to stay through sun and rain. I want all that's it. Байба – это латвийский аналог имени Барбара, так что по-русски мы можем звать ее Варей. Варя Юркевич родилась в маленьком городке Саулкрасте на берегу Балтийского моря, получила среднее образование в Риге и уехала учиться в Гаагу. Там она познакомилась с голландцем Андреасом Луанджо и начала записывать вместе с ним свои электронные эксперименты, организуя группу Лойю. Название составлено из первых букв фамилии Луанджо и Юркевич. Основная часть альбома Sound of Myself, который мы сейчас слушаем, это как раз-таки треки группы Лойю. Все мелодии и голоса за авторством Байбы, Андреас на этих треках занимался лишь звуковым оформлением. По словам Байбы, они зачастую берут различные звуки, пытаясь совместить их в одной композиции, и получаемый результат – это то, что их вдохновляет и заставляет совмещать различные звуки дальше. Как, например, в следующем треке, который озаглавлен «Захваченный».
Звуки стеклянных бокалов переплетаются с синтезатором, оставляя слушателю удивительный ландшафт. На его фоне Варя рассказывает о вещах, словах и людях, по которым она скучает. Сложно подобрать точное описание стиля, в котором работает Байба, так как трип-хопом довольно варварский, я обозвал ее самостоятельно. В интервью они с Андреасом говорят, что делают атмосферную электронику со сложным наполнением, которое скорее дезориентирует слушателя. Услышав такое на танцполе, будешь стоять как вкопанный. Видимо, поэтому один из треков был включен в подборку «Анти-лаунж». Хотя, как мне кажется, это не самое правильное определение. Точнее было бы сказать «альтернативный лаунж». Следующий трек называется «Почему люди?». Thank you.
Помимо музыки, Варя также занимается фотографией. Большинство из ее снимков – это автопортреты. На вопрос о любимом фотоблоге Байба ответила, что их очень много, и, листая ленту, тебе кажется, что все происходит в ускоренном воспроизведении. Каждый раз на твоем экране по 5-10 фотографий, и к концу недели счет просмотренных фотографий идет на тысячи. Но что после такого визуального марафона ты по-настоящему запоминаешь? Следующий трек из сольной части альбома «Sound of Myself». Он называется «И я падаю». We are apart, the night we share. No matter what, it's here to stay. You're not the one, I am undone. But I want to be with you now. And I'm falling down. You're never here, your thoughts are there, where doors are locked, no key. I feel you near, and most I fear of you, but I trust you more now, and Дальше мы послушаем трек под названием «Дни дождя и одиночества». Здесь Байба рассказывает про человека, что однажды просыпается и не узнает все вокруг. Дом как будто чужой, утренний кофе на вкус совсем другой. Да даже часы, кажется, отсчитывают время для кого-то другого, и все, что он видит, порождает в нем все новые и новые вопросы. Он проснулся однажды, но казалось, что все еще спит. Ему был важен только он сам, так что же изменилось со вчерашнего дня? Чем он так увлекся, что перестал находиться здесь? The pictures didn't answer to his questions anymore. He wasn't there, he felt not like before. He woke up, he couldn't tell now. Was his morning shower hot or cold? He woke up, not today. Didn't try unfold the clothes he wore, didn't fit, and his little watch wasn't from cold. He felt alone, he knew no one feels the same. I don't belong here, that's what he told. He felt alone, he knew no one feels the same. I don't belong here,
Говоря о балтийских исполнительницах, сложно не сравнить творчество Байбы, например, с Алиной Орловой, и понять, что у них практически нет ничего общего. На следующем треке мне очень нравится, как джазовые напевы сочетаются со странноватой IDM-перкуссией и кличевым синтезатором. Композиция называется «Куски». Did you find the truth lying in your neighborhood, smashed into pieces of lies? Little small eyes watching through the hole in the purple wall, and the children playing with that ball. I'm scared it's so small, so small. Ooh, I'm saying something's wrong with the world. Ooh, I'm saying you don't care. What happened to the pieces of your thoughts? Have you lost them or replaced with words that are useless, like arguing with souls? Did you see a balloon passing by? A velvet sky filled with dreams and pieces of fears. Powerful lights shining over stairs and unneeded chairs. And the clouds are crying, the magic is dying. It's no use, it's no use. Ну а закончить нашу сегодняшнюю прогулку мне бы хотелось стихотворением советского поэта Бориса Чичибабина про родной город Байбы. Улыбнись мне еле-еле, что была в раю хоть раз ты. Этот рай одной недели назывался Саулкрасты. Там приют наш был в палатке у смолистого залива, чьи доверчивые повадки о величии сонлива. В Саулкрасты было небо в облаках и светлых зорях, в Саулкрасты привкус хлеба был от мина пряный горек. В Саулкрасты были сосны, и в кустах лесной малины были счастливы до слез мы от того, что так малы мы. Там встречалась не раз нам Мавка, девочка-пивунья, чье веселым и прекрасным было детское безумье. В ней ни бешеное пламя, ни бессмысленная ярость, разговаривала с пнями, нам таинственно смеялась. Синим небом белый парус занят был игрой в прятки, и под дождь нам сладко спалось в протекающей палатке. Нам не быть с мечтой в разлуке, на песок волна плесника, увлажни нам рты и руки вместо праздника брусника. Мы живем ни с кем не ссорясь, отрешенные и глазасты. Неужели мы еще раз не увидим Саулкрасты? There was me and
And say he was asleep, no one saw the stairs by then. There was me.